Здравствуйте, меня зовут Владимир, мне 45 лет. Я вам хочу рассказать о таком продукте, как гидроплазма Инюшина, компании «Источник здоровья». С этим продуктом я познакомился 5 лет назад. А на тот момент я решал проблему со зрением. Оно мне настолько просело, что я уже не мог читать сообщения на смартфоне, не мог читать книги, также даже не мог элементарно посмотреть, прочитать какую-то информацию на мониторе своего компьютера. Я узнал об этом продукте. Я его купил, я начал его пить. Изначально я ничего особенного не почувствовал, хотя ожидал, если честно, большего. Да, у меня стало лучше самочувствие, больше энергии, я стал более спокойным, у меня улучшился сон, он стал более глубоким, здоровым, я стал очень хорошо высыпаться. И меня это вполне устраивало в тот момент, эти результаты. Примерно через 2 месяца я заметил, что мое зрение как бы улучшилось. И помимо того, что я пил данный продукт, я стал еще капать его в глаза. И уже на 8-м месяце я вышел на 100% зрение. Я смог восстановить свое зрение без различных, как говорится, вспомогательных медицинских средств. Я на этом не остановился, я продолжил употреблять продукт. И на 2-й год начала решаться моя проблема с почками. У меня с детства было такое заболевание хроническое, пиелонефрит. У меня также пошел песок из почек, и последующие еще 2 года примерно эта проблема решалась. Через 2 года проблема с почками также решилась. А я продолжил дальше употреблять данный продукт в целях профилактики и поддержания здоровья. Угу. Окружающие меня люди заметили также, говорили мне о том, что я стал выглядеть лучше, моложе своего возраста. Вот также, к моему удивлению, решилась проблема с моим лишним весом, мне пришлось поменять гардероб на размер меньше. Вот, я и по сей день употребляю данный продукт. Я не хочу сказать, что это продукт панацеи всех болезней, но я лично убедился в том, что он помогает улучшать, восстанавливать здоровье. Попробуйте и вы. Я думаю, каждый из вас получит тоже какой-то свой успех, результат в улучшении здоровья. Ссылка на интернет-магазин компании «Источник здоровья» будет под этим видео.